Что ж, дорогие друзья, немножко я тут свой корабль подремкал. Так, что мог, то отремонтировал. Блин, они мне, зараза, два генератора повредили. Вот это вот как бы плохо. Два двигателя, это ладно, фиг ты с ними. Вот два генератора энергии. У меня там они, насколько я помню, запасом стоят. Но все-таки это не очень приятно, я вам скажу. Давайте подлетим поближе. Посмотрим, будут нас ли еще раз стрелять. Надеюсь, больше не будут. Это было очень неприятно. Да вот вы сейчас корень издеваетесь. Как она себя не убивает, мне интересно. Блин, сколько здесь этих... Так, вроде пока нормально все. Спрятана так как-то странно, если честно. Вот она практически сама себя грохнула. Это мне повезло еще. Ну-ка посмотрим, куда она мне тут нарихтовала. Опять все в пузо бьют. Ну ладно. Хоть в кабину точно не целится, как раньше. Хотя да, у нее ж дальность ведения огня, точнее этот обзор, был довольно-таки скудный. А мне теперь надобно все маленькие вот эти вот пулеметики гадские поубивать. Ну ладно, дорогие друзья, пока на паузу стану. Я пока пулеметики позачищаю. Чтобы они мне, точнее нам не мешали исследовать эту станцию. Так, две маленькие пушечки я еще вижу. Хитро спрятались. Типа не при делах. Подай или нет? А, отлично. Так, ну где-то тут 20 пушек я насчитал. Сейчас еще проверяю, дорогие друзья. Выйду сейчас, как говорится, в открытый космос. И проверим мою... меткоглазость. Сейчас еще раз перепроверю. А то страхово. Как-то страхово. Такая забавная станция. Вроде здесь вход центральный. Я так полетел по кругу, посмотрел. Знаете, вот эта станция, она хоть и сделана вот как типа космическая, но нифига она никакая не космическая. Потому что судя по тому, что все гравити-генератор расположены вообще у нее под низом, то либо она такого старого образца, меня вроде никто не убивает, это хорошо, либо она такого старого образца просто, что еще с тех времен, когда была практически двойная плоскость. Ну, в самых первых инженерах как бы хоть и было 3D, но это так, метафорическое 3D было. В основном это было 2D. Так, это взял, это взял, это взял. Ну давайте, давайте прогуляемся, втык получим.
Кто-то там по мне пытался стрелять. Отчетливо я это слышал. Где, откуда, кто? Ага. Мелкая бякость какая, вы только подумайте. А как в космосе убить пушку, это вопрос, конечно, хороший, я вам скажу. Ой. Так, ладно. Пауза. Так, тут пушечки две было. Вот раз, а вот два. Да, их тут вообще фиг увидишь. Если честно. Капец. Да, уж такое рассмотреть, конечно. А, вот еще одна, ё-моё. Да. Больше нет сюрпризов такого типа, интересно. Ну, вроде тут больше таких пушек нету. Блин, как они хитро расположены-то. Вот не увидишь ее нифига. Так, ладно. Проверка здесь может быть только единственным путем. Эй, дампинг, включайся давай. А-та-та. Ну, вроде живые. Вроде бы. Так, может поближе к доку подлететь? Ну да, сейчас, наверное, поближе к доку подлечу. На всякий случай. Чтобы было удобнее уж резаться, если что. А то черт знает, что там внутри. Ну, пушек снаружи тут немного, но расположены они довольно-таки удобно, хитро. Не знаю, надо потом оригинальную версию этого чертежа посмотреть, поизучать. Ну, не такая большая станция, друзья мои. Ну, так себе, я бы не сказал, что она такая супер гигантская. Но под медовую, да, подойдет. Так, надо как-нибудь здесь по-аккуратному, чтобы не врезаться ни во что. То мне и так уже досталось по рогаликам за все хорошее. Пока хватит. Такс. Тишина и спокойствие вроде бы. Ну, порядок. Интересная станция. Посмотрим, что есть на ней. Поизучаем, так сказать. Эй, друг, ты чего? Так, кислород-то, кстати, у меня есть. 40%. Подхвачу-ка я еще баллончик нафиг на всякий случай. Так. Игра, прекрати фризить. Задолбала уже, ей-богу. Все тебе что-то не так. Вот здесь вот около двери поставим. А, тут гравитация есть. Нет, тут гравитационных вот этих вот генераторов что-то дофига я посмотрел. Штук 16, что ли. Я что-то так и не понял юмора. Т, стопы. Ничего не вижу. Ну, нормально. Было все нормально. А вот теперь вопрос, что случилось? Кто это меня так живенько накулярил?
Так, отдай мою дрельку. Опять сквозь двери, что ли, стреляют? Или пират какой-то пролетел? Что-то я не догоняю. Так, стреляли откуда-то вот отсюда. Да, баг с дверьми остается. Что-то мне это помещение открытое как-то очень не нравится. К чему бы это? Не. Можно было не догадываться. Ну, ладненько. Привет. Здравствуйте. Сейчас вещи заберу, ее прибью. Ну, как раз подколлекционирую Т1 варианты вещей. Чтобы у меня ресурсов было, там, не знаю, до захламленного пупения. Я не могу понять, где она там находится. Прямо посередине, что ли? Да. Ох, ё-моё, здесь еще и половинная гравитация. Что-то я вообще понять не могу ничего. Так. Ну, загорелось. Куда же я стрелял, получается-то? Ну, любопытно. О. А, знаете, дорогие друзья, вот что мне интересно. Вот. А, я, конечно, извиняюсь, но версию моей, посмотрите игры. То есть я ее не обновляю. У меня Steam в автономном режиме. Вот это вот то, что сейчас попало в стекло, я вижу с другой стороны. Вообще-то было в обновлении. В девовской или сейчас стабильной версии. Точно не помню, не смотрел еще, не устанавливал. То есть я читал и смотрел. То есть там блоки поменяли. И вот это вот добавили. То, что видно теперь следы от пуль изнутри. А вот она то здесь есть. А что как? А что не добавляли тогда? Кто-нибудь объяснит? Дураку. Воу. Да, вопрос хороший. Говорите, устанавливайте обновление, не бойся. Ну а что устанавливать? Только новые красивые блоки, где у меня 10 FPS. Зашибись. Идея вообще никак не камильфо. Еще раз говорю, ребят, вам. Вот, пожалуйста, моя версия игры. Вот это вот то, что сейчас вы видели, осколки от стек, ну, на стекле, следы от пуль. Это было еще до выхода патча. Хотя я в патче реально читал, что это... Да, бред какой-то. Оу-оу-оу-оу-оу. Что за... Ой, как ты меня достала этим, игра.
Ай. Да, винтовочка-то не очень точная, я вижу. Ладненько. Так просто все равно не сдадимся. Трупики здесь, здесь. Вот и чудненько. А, кстати, ты первая винтовка, кстати. А я не помню, какой разброс ты поменьше. Так, у меня, по идее, снайперка вообще здесь есть. С модификацией. Может, ее попробовать поиспользовать? Хотя это вряд ли хорошая идея. Да ёшкин ты матрёшкин. Чё ты тут на месте стопоришься? Ой, этот дебил опять танцует. Молодец. О, пропал трупик мой, наконец-таки. Все. Ох ты, это что сейчас было? Это вопрос интересный. Эмс. Нет, кто меня там так в любви объясняется злобненько. Тихо, тихо, давай. Блин, когда появится кнопка взять все? Ох, как я не мечтаю просто. Мода так и не нашел того. Так, а стреляли-то походу. Сзади. Да? Угу. Кажется, у меня маленькая проблемка. О, у меня патрошки есть, значит, все в порядке. А я что, из рук все убрал, что ли? Ничего, сейчас мы эту пушечку быстро накилдырим. Такс, сказал он. Это получено килдырить. Да ёшкин ты матрёшкин. Такс, ладненько. Пушка эта где-то расположена вот здесь, да? С другой стороны, вероятно, то же самое. Тем-терим-терим-тутум. Так. Так, сбегал, я выложил тут все лишние инструменты. И что он стал здесь? Угу. Сейчас мы к этой бекости подберемся. Угу. Привет. Не ждала? Тихо, страшно. Чё? Мы хитрее. Ну, вроде все нормально. Так, давайте перепилим нашу аптечку. И поставим где-то вместе поинтереснее. Ну, сенсор, я думаю, мне здесь не понадобится всяко.
А, хоть ровно поставил, нормально резаться буду. Ой, что я забыл правильно? Самое основное, что можно было забыть. Ну, двигается он здесь, конечно, с такой гравитацией, это просто тихий ужас. Так, горелку надо взять. Берись давай. Не хочет, вот зараза. Сейчас мне пластин не хватит, да? Дайте угадаю. А, так тут они и не нужны. Понятненько. Так, все, аптечка есть. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Так, чего у нас здесь такого интересного? Ох. Потолки, конечно, здесь мне не очень нравятся, потому что можно пару пушек повесить. Но вроде так. Приятненько, я вам скажу. Не, прикольно, кстати. Прикольная станция. Можно понаблюдать, что там творится. Шикарная. Так, генератор гравитации. Иди сюда, маленький. Почему гравитацию такую маленькую сделали? Да, стандарту. О, уже хоть что-то. Ух ты ж, ё, там чё, коридор что ли какой-то? Ну-ка заглянем, взглянем. Gates Airlock. Чё? Еще один вход что ли какой-то? А там не пушка случаем прямо? Нет, это не пушка. Что это тогда такое? То есть вы прикалываетесь? Здесь два открытых люка есть. Ну вот это бы точно я не допер никогда. О, их даже больше. А, так это площадка получается. А, понятно. То есть это площадка так, чисто для вида. Здесь еще внутри помещение. Любопытненько. Конвекторы вижу. Вроде по мне пока ничего не стреляет. Это хорошо. Так, погоди, там получается изнутри генераторы, здесь генераторы гравитации. Да что ж тут такое творится-то? Что это за станция такая странная? Вот здесь все открыто. Странно как-то, если честно. Блин, все двери открыты. А что случилось-то такого? Зачем все открывать-то? Любопытно, кстати. Ладно. А еще одна вентиляция. Steel Catwalk Plate. А я вот что-то сомневаюсь, что через этот Steel Catwalk будет работать вентиляция. Ну да ладно. Сделано-то неплохо. А, это же К-панели. Ух ты ж. А чё они не работают? Это нечестно. Хочу кино посмотреть. Блин. Так, а у нас здесь что? Плоховато видно. Так, отбежать-то успею, успею. Хи-хи. Кто бы сомневался-то, а? Нифига себе, да вы прикалываетесь.
сколько штук турелек-то? Это как-то проблемка. Тара-тарам-татарам. Это зараза. Понятно, что-то генераторы гравитации установлены, чтобы двигаться как слоумо. Хотя, не знаю, может это... И не специально было сделано, может и специально. Это ёперный-то театр. Короче, понятно все. И за следующим вооружением попёрся. Как эти две пушки счесывать, это довольно-таки забавно уже. Я тут специально себе запасик сделал такой, НЗ-шный. Сейчас мы им покажем, где раки зимуют. Хотя нам уже показали, где раки зимуют, пожалуй. И куда нам идти. Не останавливаясь пару раз. Так, а как мне главное сейчас? Так. Я понял одну вещь интересную. А нет ли там второй пушки? Ага. Пушки здесь второй нету, да? Готово. На меня еще одна троллька смотрит, которая походу почему-то заглючила. Узнавать, почему она глючит, не хочу, я просто сейчас убью. Мне очень повезло, если честно, по ходу дела. Какого... У меня тут все опять забито. Че, прикалываетесь, что ли? Чем я забиваю здесь? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. А тут не дофига ли турель? Чё, главный зал типа? Не. По ходу дела. А, понятно. Забавно. Нечего сказать. Интересно, если попробую сейчас эту турельку отремонтировать. Эй, ты чё не дерешься? Давай дерись с той турелькой. А контрол взять могу? Не могу. А так если? Эх, зараза. Не получается. Сейчас мы подойдем поближе. Получила по рогам. А, все, готово. Игра прекращай. Так, а чем эта турелька, кстати, не работала? Вот мне интересно.
Патронов, что ли, не было? Ну-ка заценим. Нет, были. Включено. А, выключена атака характера, понятно. Бывает. Так, теперь смогу все забрать или нет? Угу, забрал. Прекрасно. Вот этот коридор как-то мне очень не нравится. Я догадываюсь, что там наверху будет меня встречать. Тут даже пушки нет. Удивительно. Что-то я хожу с газовой горелкой. Никто не ответит? О, я тут смотрю, мне даже дверцу открыли. А, сходите, гости дорогие. Могу догадаться. Ага, выключена атака на характер, да? Хотя не знаю. Так, все, аптечка у нас есть уже мощная. Так, ну я надеюсь, за это время там кораблик разобрался тот. Можно будет сюда базовый подвести. И посмотреть как раз. Смол контейнер, что в контейнере? Пусто. Ладненько, что в контейнерах, будем уже осматривать, скорее всего, в следующей серии. Для начала надо эту базу долбанную зачистить. Что-то как-то... Я, блин, тут уже как бы не заблудиться. Ох, не нравится мне этот спуск. Ой, не нравится, ой, не нравится. Так, перепиливаем. Это вот точно пренепременно надо сделать. Что-то такая гравитация непонятная. Вот въехать не могу. Халява не получилось. Ну давайте посмотрим, что у нас здесь. Да, что-то пилочка Т3 уже опять фигово работает. Частота и спокойствие. Ну ладненько. А, опять пусто. Кривой отсек. Прям под станция, да? Хотя нет. Вон, видите, вот эти вот генераторов очень много здесь раскидано. Не знаю, если это главное. Хотя, погодите. По идее, да, на рефайнерской станции, скорее всего, они сделаны так, чтобы откидывать камушки, которые выбрасываются. Вероятнее всего, кстати. Честно, без понятия. А, ну понятно, здесь одно и то же. То есть здесь места для четверых человек. Интересненько, интересненько. Так, сейчас я сохранюсь. Да-да-да, паранойя процветает. Знаете, как-то... Как-то пофигу, процветает она или нет. Так, что у нас здесь еще есть? О, на верхотуру надо идти. Да чтоб тебя, гады. О, какие мы злые-то, сквозь дверь стреляют. Я не злые, скорее всего, борзые. Так, уже 35 минут смотрю, да. Сейчас как раз минуточек еще 5-7. Оборону станции хоть добить. Какая наглая там.
А, тут еще один кривой отсек, но это с пушкой. Нифига не понял, а зачем это сделано? То есть где-то есть оружие, где-то нету. Ну ладно. Значит, уже 6 человек тут должны быть. Ну, за, если честно. Тоже пушка. Да, в другом месте просто расположена. Ну так, да, два кривоотсека, интересненько. Любопытненько. Ой, там еще что-то есть. Ёперный катиадр. Фига себе, маленькая станция. Так, это получается здесь вот эта лестница, которая мне не нравилась, или это не та лестница, которая мне не нравилась? А здесь у нас что ниже? Кривоотсеки, да? Да, кривоотсеки. Так, а теперь вопрос хороший, а куда мне дальше-то тут шуровать? А, в другую сторону, что ли? Ого, тут гравитация уже 1,41. Фига себе. 0,34. Перепады гравитации, как у него ноги не ломаются. Стой на месте. Ну что ж, дорогие друзья, дальнейшее изучение станции уже тогда. А ну-ка. А, вот что мне не нравилось. Скорее всего, это и есть вход. Главное. Ну что ж, дальнейшее изучение станции оставлю на следующую серию, дорогие друзья. Сейчас пока на этом закончу. Что ж, кому понравилось, ставьте лайки, комментарии просто оставляйте под видео на YouTube. С вами был Черный Металл в игре Space Engineer. Сегодня мы осматривали Glove Refinery Station. Ага, да, Station Glove Refinery Station. Ладно, проехали. Ну что ж, всем удачи, дорогие друзья. Всем пока.